Всем привет, мои дорогие друзья, рад приветствовать на моем канале. Надеюсь, вам нравится сегодняшняя серия, не забывайте ставить лайки и подписываться, а также комментировать. Не забывайте, у меня есть телеграм-канал, заходите туда, можете со мной поговорить и задать мне какие-то определенные вопросы. Пока я ел, в моей голове искался ответ на животрепещущий вопрос, как спасти старика Хокаге и при этом остановить нападение ниндзя-звука на Коноху. Перебирал кучу вариантов, и все быстро отметились. Найти труп настоящего лорда. Размеры деревни не как у Москвы, но тоже весьма внушительны. И не факт, что труп будет в том же месте, что и в каноне. Иными словами, шансы весьма малы. Подбросить анонимку. В спецслужбах не дураки, и вычислят без особых проблем. Плюс постоянная слежка за самим Наруто. Просто сказать: «Здрасте, я попаданец и знаю, что будет». В лучшем случае решат, что ребенок забавляется. В худшем выкачают все знания, и привет, секретная лаборатория. А я еще жить хочу, желательно хорошо. Итак, грядет северный пушистый зверек, пока локального масштаба, но от этого нисколечко не легче. Такими темпами будут в деревне большие разрушения, и Хирузен отправится в мир иной, без всякой надежды на спасение своей жизни. Как бы мне того не хотелось, но пока, в имеющейся перспективе, я не вижу совсем вариантов спасти его и еще десяток другой шинобилиста от нехорошей, подлой кончины. А что делать, тут уже не мульт, а реальная, мать ее, жизнь, а пока на поклон к демону не хочу идти по причине неадекватности последнего. С другой стороны, Цунаде мне всегда больше нравилась, и как Каге, и, чего уж греха таить, как женщина. Пускай ей фиг знает сколько лет, ибо истинный свой возраст дамы скрывают и охраняют получше гостайны, но с точки зрения эстетического наслаждения, она на высоте. Только оставим все это на откуп, дяде, Джирае, а в случае необходимости и поможем сблизиться с этой дамой. Хотя, вспоминая ее тяжелую руку и вспыльчивость, вот уж мне никак не хочется попасть под локомотив, который представляют ее изящные, в обычное время, руки. Да и медик она просто великолепный. И Сакуру подучит своим тайным техникам исцеления, и вообще. А вот большой пользы от того, чтобы спасти жизнь старику, я и не вижу. Так что в случае чего, придется тебе, третий, отдать свою жизнь на благо Родины, хе-хе. Нерадостная перспектива, если смотреть в целом. Но, пока вариантов с чисто положительным исходом нет от слова совсем. Да и рано мне так далеко заглядывать. Нужно перво-наперво разобраться с Какаши и его воспитанием. Получать тумаки от масочника, а тем более быть привязанным к столбу мне совсем не нравится. Еще бы в команду к себе затянуть Хинату, дабы было больше возможностей для сближения и перевоспитания красавицы, но, команду в 4 человека никто не допустит, а убирать Сакуру не рекомендуется, поскольку ей я отвожу особую роль в деле усмирения нашего мстителя Шарингенистого и оставления его в Конохе. Да, он может и не столь сильно сможет вырасти в своих способностях, и то, если все пойдет так, как в каноне. Но. Не отстану от сенсея, пока он не возьмется нас учить техникам. И третий, судя по характеру, поможет нам в этом. По крайней мере, я на это надеюсь. В общем, задача на ближайшее время – пройти отбор в команду Какаши и спасти последнего Учиху от метки, попутно устраивая курсы вбивания мозгов. Глядишь, эта тактика и в реальности успех принесет. Хотя для успешной деятельности нужно не только уметь побеждать, но и выживать. А с этим весьма поможет местная медицина и умение приготовить необходимые лекарства прямо на поле боя. Уж сколько лет как закончил учиться, а библиотека все зовет. Можно подумать, что судьба у меня такая. А ведь хотелось не столь уж и многого, крепкую семью, да честную и любимую работу. Впрочем, последнее меня вполне устраивало. Теперь же моя работа – спасти мир. Хотя бы по той простой причине, что мне в нем жить. Вот такими мыслями я был занят по пути к полигону. Перед этим я убрался на кухне после трапезы, вновь с удовлетворением отметив, что наблюдатели не только любят поесть, но еще и являются культурными ребятами, посуду вымыли и убрали в шкаф. Вот и славно, вот и замечательно. Глядишь, в случае еще какого-либо неприятного инцидента спасут мою тушку. Осталось только придумать, а что же приготовить им на завтра, поскольку вечером решил я просто поесть рамена дома. Хоть и не виноват Теучи в моих видениях, но все могло кончиться много хуже, так что во избежание походим мимо недельку-другую. Да и затратно там постоянно питаться, несмотря на доброту хозяина заведения. Так, вроде бы пришел, только вот почему мне все так знакомо. Пруда нет, деревья частично без коры, а где манекены? Что-то тут нечисто, но е-мое. Это тот же самый полигон, который я склонами уже разнес. Опять ушел в свои мысли. Вот интересно, если я уйду куда-нибудь в таком состоянии из деревни, то что будет то? Да я банально потеряюсь. Тля, пора завязывать с этим. Никогда не думал, что буду страдать географическим кретинизмом в такой форме. Так, подумать я всегда успею, а то чем больше погружаюсь в размышления, тем дурнее мне от грядущих перспектив.
Кстати, чувствую, что, пусть и потихоньку, но я скатываюсь, что называется, в годы своей юности, если не детства. Гормоны шалят, настроение порой пускается вскачь, да и окружающая обстановка порой мешает трезво мыслить. А это не есть хорошо. Привычными уже движениями призвав клонов, без всяких инцидентов вроде появления девушек, в весьма подчеркивающих их формах, наклонности блондинчика плюс гормоны плюс галлюциногенный газ равно тяжелая головная боль и испытание нервом на прочность, отправил парней метать железки и достигать вершин древесных, чекру тренировать. А сам решил поспарринговать с одним из блондинчиков, дабы понять, а что, собственно, я могу. Битва с собой оказалась весьма интересным занятием. За счет силы и знаний такие сражения не выигрываются, поскольку и то, и другое равны. И вся надежда остается на тактику. Иными словами, нужно перехитрить противника. Но как обмануть того, кто мыслит, если не так же, как и ты, то весьма похожим образом. Ты метишь рукой ему в лицо, он парирует, хочешь ударить коленом, уходит от удара или также блокирует. Это же клон, что думает, как ты, и действует, как ты. Зато воображение работает на полную катушку, да удары можно отработать на живом, хотя как-то криво это звучит по отношению к клону, манекене. Главное, закачать достаточно чекры в него, чтобы от простого блока не стал облачком мой оппонент. Таким вот образом, пытаясь найти брешь в защите противника, я увлекся поединком и не замечал, как летит время. Можно было бы в скором времени прервада, когда чекра у клона кончится, однако сдуру я напитал его таким количеством, которое у среднего шиноби деревни имеется, а боевых, разрушительных техник, я пока не знаю. Добавьте к этому огромный объем у моего нового тела, в итоге получаем двухчасовой бой, который наблюдали в наглую, забив на свои обязанности. Уверен, что и Айнбу тоже наслаждались нашими скачками и руконогомахательствами. www.всемайки.ru. Постепенно вбитые в тело рефлексы парня я перестраивал под себя. Пытался использовать приемы рукопашного боя, что помнил еще с армии. Даже странно теперь пытаться вспомнить все то, что происходило на полигоне, вроде движешься на автомате, основываясь на памяти тела, и в то же время работали рефлексы, вбитые армией. Подсечки, подножки, круговые удары ногами, все парировал клон, или попросту уклонялся. Уже устал порядком я, и уклона чекра на исходе, но азарт боя не отпускает. Левой рукой нацелился ему в горло, пытаясь правой ударить в солнышко, и нет результата. Клон просто разорвал дистанцию, а после атаковал меня ногой в висок. Перекатом ушел вправо, пытаясь оттуда атаковать его, но и тут удары парировал оппонент. Его кулак рванулся к моей ключице, но натолкнулся на блок. Прыжок, кувырок, ну просто акробаты на выгуле. Да когда же я смогу его одолеть? Нет, как наловчусь в контроле, буду техники учить. Физкультура хоть и полезна, но выматывает. Наконец, чекра в клоне кончилась, и тот развеялся после очередной серии обмена ударами. Тяжело дыша, развеял клонов и уселся под деревом. Фух, давненько я так не уставал. Как бы еще доползти до библиотеки в таком состоянии? Можно было бы забить и попытаться доползти до душа, а затем отрубиться. Но мужчина обязан уметь преодолевать себя. Да и время стремительно тает. А завалить экзамен Какаши я не имею права. Без его обучения меня точно пристукнут воины звука. Нет, я, конечно, имею некоторое представление о техниках из аниме и манги. Но одного представления слишком мало. Не говоря уже о том, что реальное использование техник может сильно отличаться от того, что показывали. Плюс время на обучение. Взять даже хождение по деревьям. В теории все элементарно, но на практике пришлось нехило попотеть. И ведь это куда проще техники призыва, или Расенгана, которым должен обучить Джирая. Так что мой лучший отдых – это смена деятельности. А потому, собрав остатки сил, я потопал в сторону храма знаний, попутно уплетая бутерброды, что наспех сварганил еще дома. По телу расплывалась приятная усталость, однако было неясное ощущение, что понемногу силы вновь наполняют меня. Хе-хе, донорская помощь от Лиса в действии. Его чекра становится моей, а ссадины и небольшие ранения уже почти полностью зажили, хоть какая-то польза от моего страшного во всех смыслах соседа. Кстати, о соседе, а может ли эта пушистая громадина читать мои мысли, или это только после подчинения Кьюби будет? Смогу ли я удержать его от овладения моим телом в минуты битвы, когда злость и ярость затопят сознание? А ведь без этого совсем никак, шиноби все равно будут гибнуть, ибо я не бог и спасти не смогу всех. А если случится такое, что кто-то из хороших знакомых падет от руки противника? Все предусмотреть невозможно, и многое остается на откуп удачи и судьбе. Удержу ли я в клетке тварь, или будет угроза появления лисьего покрова с последующим ростом хвостов до 9, после которого уже невозможно вернуть контроль над телом, даже при помощи со стороны. Что-то ударился я в пессимизм. Хоть и говорят, что пессимист – это информированный оптимист, и все же жить с таким настроем весьма проблематично. А потому лучше верить в будущее, в свои силы и тренироваться. Делать все, чтобы потери были минимальными.
Бои предстоят нешуточные, и много крови прольется на этой земле. Но отступать некуда, ибо позади пустота, тьма и забвение. Загнанный в угол зверь бьется до смерти, не щадя ни себя, ни врага. Не хочу этого, новая жизнь дана мне не для того, чтобы так просто спустить ее. Погибать желания нет, а потому сделаю все для того, чтобы прожить долгую и в меру счастливую жизнь в компании Хинаты и детишек. Собственный большой дом, крепкая семья и хороший пост в деревне, вполне достаточно для меня. Соберись, Сергей, нет времени киснуть, мысли материальны. Звездочка, звездочка, звездочка. На этот раз с поиском нужного материала не возникло сложностей. У молодых генинов, хоть и не слишком часто, но возникает желание разбираться в основах зелий. Так что сейчас я сидел за тем же самым столом, на котором не так давно лежала Хината и предавался чтению. К тому же, сосредоточившись на чтении, получаешь и дополнительную пользу, это помогает отвлечься от дурных мыслей. А дурные мысли ведут к унынию. Уныние же подрывает дух. Низкий боевой дух может привести к смерти. Но на сегодня хватит думать о плохом. Я же, Наруто, придурковатый блондинистый оптимист, с улыбкой во все 32. Убедившись в полезности найденных в пособии знаний, я тихо призвал пару клонов и поручил им переписать в свитки основные травы, их свойства и рецепты зелий. Надеюсь, мои некоторые способности в кулинарии помогут мне сварить толковое противоядие или ту же микстуру от кашля. Тем более, что, судя по просмотренному материалу, многие из этих трав произрастали в непосредственной близости от деревни, чем травники и пользовались. Ну, воспользуюсь и я, когда приобрету склянки под компоты. С моей-то аккуратностью их бы еще донести в целости до дома. Да еще стоит выделить посуду под алхимию, пускай это слово и не совсем подходит. Оставив недовольного блондина заниматься чистописанием, сам отправился в компанию еще двух клонов искать справочники по анатомии. В идеале стоило бы проштудировать какое-нибудь специальное пособие для ниндзя, в которых указываются основные точки для обезвреживания противника, да только кто мне их даст. В такие моменты жалеешь, что не служил в спецназе или хотя бы в ВДВ, там уж точно научили бы убивать голыми руками и подручными средствами. Но чего нет, того нет. Будем работать с имеющимися способностями и учиться новым. Жаль, что у меня нет доступа к свиткам с техниками, вот где можно развернуться. С текущим контролем вполне можно тот же огненный шар достаточного размера создать, чтобы сжечь небольшой дом, но это в идеале. А так вполне мог бы, при курсе дополнительных тренировок, пустить чакру по ножам, что носит Асума-сенсей, и устроить что-то вроде техасской резни. Однако тогда бы пришлось брать и уроки фехтования. И почему меня не забросило куда-нибудь в более мирное место? С другой стороны, меня не забросило в какой-нибудь яойной хентай. За что огромнейшее спасибо. Но эти мысли прервала неожиданная картина перед внутренним взором. Почему-то мне представились Сакура и Саски, входящие в библиотеку и замечающие не просто читающего Наруто, а учащегося Узумаки. Энда, вот это разрыв шаблона был бы. Как минимум, потеря сознания им обеспечена, хе-хе-хе. Впрочем, где вы видели, чтобы подростка на каникулах занесло в библиотеку? И такие вещи не меняются ни в одном из миров. К тому же, Сакуре все эти книги не покажутся маломальски полезными и познавательными, ибо у девочки все еще розовые очки на глазах, которые придется экстренно снимать в ближайшее время, в крайнем случае, во время миссии в стране волн. Потом будет поздно, не верю я в ее везучесть, хотя бы в том же лесу смерти. БРР – страшное местечко, но там придется оказаться в любом случае. А там из кустов будет подстерегать дядя Айрыче со своими змейками, и мангустов нужного размера в природе нет. Да и вообще есть ли эти зверьки в этом мире? Да, вновь размышления заводят меня фиг его знает куда, пора завязывать с поисками, а то уже вот который час торчу среди полок в поисках полезного. Итак, уже тройка клонов усиленно переписывает информацию на свитке. Думаю, что на сегодня достаточно. Пора поесть, домой топать недалеко, еще раз прости, Теучи. А потом на последнюю тренировку. Думаю, что драться с клоном нет резона, лучше попробую самостоятельно метать кунаи и сюрикены, а то кто его знает, что во время испытания случиться может. Напитав чакрой клонов и наказав им, как закончат с работой, вернуться домой, я отправился ужинать, по пути думая над первыми стадиями операции, Саски плюс Сакура. Что именно нужно изменить в этих индивидуумах, чтобы они смогли дополнять друг друга, а не противоречить. Итак, Учиху стоит троллить и расшатывать шутками, перемежая их некоторой долей философии. Понемногу смогу сделать его более живым и вообще общительным. Сакура, тут в некоторой степени труднее. Упертая, зараза, и слепа в своих чувствах к Саске. Как же девочку уму-разуму учить? Тоже шутками, приправляя житейской мудростью и своим опытом из прошлой жизни. Хих, вот уже как отзываюсь, прошлой жизни. Но все это уже потом. А сейчас домой, дабы совершить вооруженный налет на холодильник. И еще стоит молиться, чтобы события развивались с той же скоростью, что и по канону. Иначе мои наполеоновские планы и яйца выеденного не стоят. Вот,
к примеру, решит Орочимару не ждать конца испытания и что мне останется. Мне же начинает нравиться это местечко. Еще бы отношение к моему телу изменить и совсем лепота, как говаривал царь из фильма, Иван Васильевич меняет профессию. Уплетая рамен, решил дать отдохнуть своей голове, которая, казалось, просто уже раздулась от всего мыслепотока, поглотившего разум. Эта бесконечная череда мыслей, образов, предположений, прогнозов на будущее, идеи сменяют друг друга в бесконечной череде, затягивая меня в уныние и печаль, так дальше нельзя. Потери будут, и чудовищные. Бороться со всеми мне не по силам, даже если стану наперекор канону через год Каге и смогу объединить всех шиноби. В Акацуки, бесспорно, вошли одни из лучших шиноби и одолеть этих бойцов под силу лишь немногим. Стоит заглушить голос совести. Да, это противоречит морали, но иначе я не смогу ничего сделать. Только разум да холодный расчет дадут мне то, что нужно, примерную стратегию поведения. Я вынужден играть людскими жизнями, пожертвовать сотню, чтобы спасти тысячу. Пока масштабы малы, но время неумолимо приближает тот момент, когда настанет час великой битвы, и множество шиноби расстанутся с жизнью. Та же армия белых зецо уже готовится, и никто не в силах этого изменить. Можно не дать восстать мертвым шиноби, для этого нужно убить Орочимару или переманить на нашу сторону. Да только что мы можем дать этому упырю, что так хочет достичь бессмертия. Да ничего. У него есть все, что только можно, кроме вечной жизни, урод, будь у меня силы, разорвал бы его собственными руками. Но его способности дорогого стоят, имей мы на своей стороне такого мастера по техникам, большой урон можно было бы нанести Абитаика. Но как все это можно сделать? Вопросы, вопросы, кто бы дал на них ответы? Новый день начался с контрастного душа и размышлений на самую актуальную русскую тему. Нет, вовсе не, дураки и дороги, а, что делать и как быть? Вернее, позволить ли развиваться испытанию Какаши канонным путем, с пальцами в задницу? Или же рискнуть внести изменения? Вот только чем раньше я начну действовать, тем быстрее изменится то, что должно произойти. А это может свести все мое послезнание к нулю. Я даже не заикаюсь про то, что еще и остаться живым да здоровым очень хочется. Но вернемся к испытанию и подумаем, как сильно я могу повлиять на него. Возможность повлиять хоть как-то на вероятный исход испытания может быть только при условии командной работы, а ее, при текущих обстоятельствах, наладить практически нереально, учитывая нелюдимость Учихии, недалекость Харуна. А посему велика вероятность быть привязанным к столбу и надеяться на то, что меня вообще покормят, как в аниме, нет. Немного подумав, я решил провести беседу со своими сокомандниками на предмет тактики перед или же сразу после собеседования с масочником. Возможно, тут Саски не такой упертый в своем стремлении отомстить и не обладает каноничной кичливостью по части превосходства над остальными и пренебрежением к команде в стиле «Вы, никто, а я лучше всех». От Сакуры вообще толку мало будет в любом случае, чакры мало, техник нет вообще никаких, только хорошая память на знания из учебников. Так что быть ей медиком в любом случае и работать в тылу, прикрывая фланги на крайник. Что же до меня, контроль я смог улучшить, потери при том же призыве клонов стали намного меньше, да и призвать до полного иссушения запаса я могу немало блондинчиков. Нападать скопом – не лучшая идея, Какаши все равно всех разметает или заменит клоном себя. Необходимо действовать в связке с Шарингонистым, только пока у него этого прибамбаса нет, а жаль. Я отвлекаю внимание, а он атакует Джонина. Так мы сможем реально попробовать стащить колокольчик с пояса. Ну, а если не выйдет, то хоть попытаюсь не быть привязанным к столбу и избежать позора, поскольку мне не верится в сострадание ребятишек. Продумывая свою стратегию на сегодня, я отправился в академию. Звездочка, звездочка, звездочка. Класс был полон галдящих, недавно подготовленных выпускников, многие из которых мандражировали по поводу своей дальнейшей судьбы, кто будет наставником. А смогу ли я справиться? А кто в команде со мной будет? Только Шикамару было пофиг, брюнет мирно посапывал на задней парте в компании с веселым, только пока имеется под рукой провиант, Чоджи, грызущим очередную, судя по пустым упаковкам, партию чипсов. Двух заклятых, если дело до Саски доходит, подруг не было видно на горизонте, а жаль, так хотелось поиграть у них на нервах. Сам объект их воздыхания с хмурым видом сидел на среднем ряду в полном одиночестве. Поговорить с ним стоит мне, только вот препятствие непреодолимое вижу я. Спрашивается, а с чего у меня мысли, словно я подцепил что-то от Шино. Солнце уже который день радует нас своим теплом, мелодичное пение птиц радует слух, а усладой для глаз моих является вид Хинаты, мило зардевшейся, когда мы встретились взглядами. С классической блондинистой улыбкой я подсел к смутившейся девушке со словами. «Привет, Хината-чан. Я так рад тебя видеть». Видимо, я сказал это слишком громко, и Богомон разом затих, и все присутствующие обратили на меня внимание, доведя Хьюго до обморочного состояния.
Даже лентяй всея Конохи открыл свои глаза, дабы самому удостовериться в том, что Наруто так открыто проявляет внимание к другой девушке, а не своей вечной зазнобе Сакуре, появившейся на пороге помещения в компании сына. К счастью, на этот раз Хината очнулась гораздо быстрее. А придя в себя, девушка покраснела и сильно смутилась, но все же смогла поздороваться, а заодно и поинтересоваться, не знаю ли я еще столь интересных сказок, я точно слышал чей-то удивленный голос. На что скромно, ответил. Да, что там сказки. Для такой милашки я и готовить научился. Если первая моя фраза кого-то и оставила равнодушным, во что я не верю, то это стало массовым хедшотом. Продолжая улыбаться, я осмотрелся, дабы оценить масштабы катастрофы. Шикамару проснулся, Чоджи заинтересованно смотрел, не переставая, однако, заправляться провизией, Учиха же просто повернул в мою сторону голову, чтобы выдать свое фирменное «ПФФ», и вновь отвернулся. Прогресс, с его то стороны. Ина и Сакура попросту вновь выпали в осадок, чуть было не уронив челюсть на пол. Хих, а день-то неплохо начинается. Пеперов, да. Чёрт, ну почему ты так мила, когда краснеешь? Нет, я понимаю, что на меня так сильно влияют гормоны, но все же. Хината мне очень нравится. И я сделаю все, дабы защитить ее от любых опасностей. А сердце, ее сердце и так в руках Узумаки, мне только остается внимательно относиться к ней. Конечно. Хочешь, я угощу тебя чем-нибудь. Приходи вечером в гости, буду очень рад. Ну, а что тянуть-то? Девушек тоже кормить надо, тем более, что мне только приятно будет, когда она оценит мои скромные кулинарные возможности. А там, наедине, не считая присутствия Айнбу на дереве слэш-крыше слэш-еще где, фиг его знает, где они прячутся, и поговорить можно спокойно, будем отучать девочку от робости. Однако, к моему разочарованию, Хината ответила, что ей нельзя покидать пределы резиденции вечером, поскольку папа посадил ее под домашний арест. Ниджи, чтоб его. Донес все-таки, да и теперь пытается во мне дырку прожечь. Ладно, паразит, и тебя, как говорится, вылечим. Радует, что на людях не пытается помешать мне говорить с девочкой, и на том спасибо. Но тут вмешалась пришедшая в себя Сакура. Чтобы Наруто научился готовить хотя бы рамен. Да скорее Саски на мне женится. Закричала девушка и стукнула по столу рукой. Для приготовления такого вкусного и полезного экзотического блюда, как щи, необходимо мясо на косточке, капуста, картошка. К тому времени, как я закончил рассказывать рецептуру и секреты приготовления русского национального блюда, Чоджи, в буквальном смысле, истекал слюной. А Сакура активно строчила в тетрадке и уточнила некоторые нюансы готовки. Понемногу волнения вокруг моей персоны улеглись, и галдеж вновь наполнил класс, как и прежде. Теперь основным зрелищем были толкания и споры между Иной и Сакурой за место рядом с Саски, ибо тот на краю сидел. Я-то решил не лезть пока к Учихе со своими планами, решив дождаться, когда аудитория опустеет, и команда номер 7 останется ждать Какаши. Вид утомленного пристальным вниманием парнишки, что пробивался сквозь его невозмутимую мину, изрядно веселил меня. Однако, я не забывал про свою соседку, уделяя ей пристальное внимание, к обоюдному удовольствию. Всех унял пришедший и рука, собравшийся выступить с торжественным, в меру, спичем и объявить составы команд и их наставников. Тут пришлось мне отвлечься от столь приятной беседы и послушать сенсея, с которым мне так и не довелось пообщаться. А жаль, если судить по канону, то он вполне хорошо относится к парнишке, несмотря на все проблемы, что доставил из деревни и многим семьям в прошлом. Интересно, а как там вообще он поживает? Стоит ли попробовать заглянуть к нему аккуратно и своими глазами узреть громадину Биджу? Все же пораньше стоит попробовать наладить контакт с ним, поскольку залог победы в грядущих противостояниях – это сила Кьюби. Времени до похода в страну волн мало, но все же есть, я не считаю напрасной трату времени на задание Диранга, так как мало что мы можем, и дурости парнишки с огромным ЧСВ у меня нет, так что можно использовать все время с пользой для себя. Однако лучше ничего не делать до испытания Какаши, поскольку хрен его знает, что может произойти. С трудом отвлекшись от своих дум, я чуть было не проворонил момент объявления состава команды номер 7. Харуна Сакура, Узумаки Наруто, тут розоволосая недовольно вздохнула, а я молча показывал Хинате свое неудовольствие по поводу того, что не она вместе со мной в команде, чем вызвал еще одну слабую улыбку девочки и Учиха Саски. Презрительная ПФФ потонула в радостном визге Сакуры, спасите мои уши и недовольных стонах девушек. Теперь то хоть не я козел отпущения. Будет тебе темное, Харуна, будет тебе весело вечером. Не ходи одна по темным улицам Конохи, что-то я вновь язвить начал, нехорошо, кстати. И рука пожелал нам всем удачи и покинул помещение, которое понемногу пустело, вследствие появления наставников команд, что уводили знакомиться своих подопечных в удобное для себя место. Попрощавшись с Хинатой, которая ушла за Куреной, Кибой и Абурамешино, я решил приступить к налаживанию контактов со своими напарниками.
Перебирая всевозможные варианты, я решил, что стиль свойского парня не подойдет, слишком холодные отношения между нами тремя. А вот заинтересовать информацией, может, и удастся. Знаете, я недавно подслушал, что возможно команду номер 7 станет обучать сам копирующий ниндзя, сделал я пробный заход. Несмотря на сохраненную мину невозмутимости, Саски все же проявил свою заинтересованность, что мелькнуло в его взгляде, хотя мне могло и показаться. Сакура же вообще не слышала про такого колоритного персонажа, а потому спросила, кто же это такой, а что вы хотели от выходца из «Гражданских». А потому, улыбнувшись про себя, я стал рассказывать приукрашенные истории про нашего славного, но ленивого и извращенного, да Джирая далеко, но на то он и Джирая, сенсея. Сакура, слушая с приоткрытым ртом, даже не задумываясь, что все это рассказывает Наруто-идиот, которого она вечно колотила, а Саски старался не обращать внимания на мою болтовню, однако, с подвижки были. И на том спасибо, собственно. Устав от продолжительного монолога, я предложил перекусить своими запасами. Саски было хотел смотаться от нас куда подальше и молча сживать свои бутеры, да только девочек бить нельзя, а Сакура вцепилась в него чуть ли не мертвой хваткой. Учиха чуть было не отбрил ее своим, ты меня достала, однако, пришлось брать инициативу в свои руки, поскольку на эту парочку у меня больше ушей планы под кодовым названием «Спасем Коноху от разрухи» или «Обломись, Айрычи». Но сейчас я больше всего жалел, что у меня нет фотоаппарата. Тот момент, когда Сакура осторожной, чего таить, с опаской, тянулась к сделанными вечером манчжу звездочка, должен был быть запечатлен на века. А уж это сочетание удивления и наслаждения, когда девушка распробовала прибереженные вкусняшки, и вовсе останется со мной на века. И тут Сакура выдала. Ты не Наруто. Что за глупости? Опешил я. Чтобы меня раскусил подросток. Недаром говорится, что гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Давай подумаем, с чего бы начать. Лицо Сакуры стало весьма задумчивым. У меня появились подозрения после того, как ты стал проявлять интерес к девушке, чей род владеет одной из главных тайн Конохи, Бьякуганом. Да. Сакура, да ты просто гениальна. Я, шпион врагов Конохагакуре, которые ищут способ добыть секрет Бьякугана. Меня, Джинджурики деревни, подменили под носом зубров из Айнбуна подставного Наруто, что буквально на 100% генетически идентичен оригиналу. Какой кошмар, куда катится мир? Нет, если серьезно, то ты просто дура. Вслух, конечно, я ничего такого не говорил, а лишь ответил следующее. Сакура, и что тут такого подозрительного? Неужели даже такой недалекий человек, которым ты меня считаешь, не может обратить внимание на столь прекрасную девушку, чьи глаза загадочно мерцают в свете луны, а улыбка греет сердце? На столь витиеватое высказывание, да еще из уст Наруто, Сакура просто не могла ответить по причине сбоя системы, ха-ха. Даже Саски усмехнулся, отчего-то внимательно всматриваясь в мои глаза. И что ты там пытаешься прочитать то? Без своего шарингана ты все равно мне ничего внушить не сможешь, а врать глазами я уже научился, ибо зверя чертовски сложно обмануть, пусть и во благо. Сакура Харуна, подал голос последний Учиха, если бы кто-то хотел заполучить Бьякуган, то он выбрал бы более удобное прикрытие, чем ушибленный на голову идиот. Ну, и кроме того, ему следовало убить тебя сразу, как только одна недалекая девица решила, будто Узумаки подменили. Эх, а я так надеялся, что в реальности все не так плохо. Но если человек сразу наезжает на кого-то влюбленного в него же, то это многое говорит. И, к сожалению, плохое. Но вслух я сказал другое. А я действительно ушибленный, улыбнулся я во все 32, недавно так грохнулся, что едва в мир иной не ушел. Однако, шутку никто не оценил. Сакура была на грани того, чтобы разрыдаться, а Саски просто стал смотреть лениво в потолок. Не выдержав и не дождавшись извинений, она выбежала на улицу, чуть было не заплакав. Учиха, ты больной на голову идиот. Я понимаю, что пока Харуна не очень уж блещет интеллектом, но так говорить с девушками нельзя. Нет, пора брать ситуацию в свои руки. Этот мститель совсем так с катушек слетит со своим пунктиком по поводу убийства Итачи. Данза, ублюдок, как и старейшины, на кой черт было всех вырезать? Нельзя было просто поговорить с ними. Я понимаю, что у Учих высокомерие в той или иной степени у всех присутствует, но ты вообще перешел все границы. Пора с тобой поговорить, благо время есть до прихода масочника. Да поможет мне Шинигами не выйти из себя и не освободить Лиса, а то что-то излишне меня злит такое поведение парнишки. Подойдя к его столу и помахав перед лицом руками, привлекая его царственное внимание, я начал. Никогда не разговаривай так с женщинами. Это недостойно мужчины, а затем врезал ему по носу. Вернее, попытался. Саски просто перехватил мой удар левой рукой и правой отправил меня в другой конец класса. Плевать, что мой психологический возраст гораздо больше. Биологически, мы ровесники, а обижать ни за что я не позволю. Ну, а кроме того, чертовски хочется проверить свою подготовку.
Пускай он и задавака, однако, какой-никакой, а боец, и разносить класс своим огненным шаром не будет, а помахать кулаками я всегда, за. Черт, а почему вообще такая мысль возникла? Вновь гормоны заговорили, или это проявление сущности Наруто? А что, может быть, парнишка редко дружил в такие моменты с головой, так что, по идее, из образа я вовсе не выбиваюсь. Все эти мысли пролетели на краю сознания, ибо необходимо было сосредоточиться на бое. Хорошо было бы победить задаваку, чтобы заставить считаться с собой, завтра хоть будет немного прислушиваться, иначе быть кому-то из нас привязанным к столбу, чтоб его. Призвав пару клонов, я решил использовать метод Наруто, а именно послать клонов на Учиху и получить информацию про его удары. А что? Осудить за плагиат никто не сможет, да и эффективно это, особенно в такой ситуации, когда толком обдумать стратегию не получилось. Зайдя с двух сторон, клоны атаковали противника, один целил в голову и туловище, другой бил по ногам. Первого Учиха просто парировал, а второму с разворота всадил ногой. Оставшийся попробовал на себе его удар правой. А сильно бьет парнишка то. Ничего не скажешь, его старание, да на пользу деревне. Буду виснуть на третьем и Какаши, пока не будут учить нас так, как полагается. Призвав еще тройку клонов, атаковал вместе с ними. Никаких тебе боевых искусств, только школа рукопашного боя, столь же простая, сколько эффективная. Работаем руками, блокируя все его выпады, не зажимаясь и не мешая остальным. Клонов я нагрузил достаточным количеством чакры, чтобы они не исчезали в том случае, если пропустят удар другой. Понемногу мы теснили его к стене, не давая простора для маневра. Учиха вертелся волчком, парируя все удары, однако, парочку он все же пропустил, как и я, с левой стороны груди к вечеру будет знатный синяк от его кулака, да и клоны были помяты. В глазах Саски стояло удивление, Наруто Узумаки, самый тупой и недалекий из всего выпуска, что не смог одолеть парнишку в противостоянии, и теснил его. Понемногу ярость заполняла его естество, заставляя активнее наносить удары. Одного клона он все же смог убрать, врезав в момент заминки ногой в подбородок. Опасно, пускай он и контролирует себя в той степени, чтобы не начинать крушить все вокруг. Азарт боя понемногу стал заполнять и меня, заставляя пробудиться непонятную ярость, которую я отнес к попытке соседа вырваться. И что еще могло произойти дальше со всей этой ситуацией? Это так и останется неизвестным, поскольку через пару мгновений я почувствовал, как пол ушел из-под ног, а после затылок познакомился с ним, так сказать, поближе. Не понимая, что же произошло, я повернул голову на шум от двери. Там застыла Сакура, с удивлением смотрящая на бардак, устроенный нами, а над нашими с Саски телами застыл, словно статуя, затянутый в черный костюм со спецжилетом сверху, Хатаки Какаши собственной персоной, чье лицо было наполовину сокрыто маской. Глаз его сверкал от злости и веселья. Что-то я совсем не понимаю, что тут происходит. ММА, могу сказать, что вы, мне уже не нравитесь, хих, по крайней мере, манера разговора у Какаши типичная, то есть что и в аниме. Не нравимся мы ему, так понятно почему, по ходу, и тут Джонни ну нафиг ученики сдались, хотя есть вариант с тем, что это просто его типичная форма поведения. Ладно, отряхнитесь и пойдемте на крышу, знакомиться будем, наставник развернулся и отправился к лестнице, не замечая взгляд по-прежнему находящейся в прострации Сакуры. Отряхнувшись от пыли и обменявшись взглядами с Учихой, мы пошли следом. По пути девочка пришла в себя и набросилась с претензиями. Наруто, Бака. Как можно было нападать на Саски-куна? Он ведь тебе врезал. Харуна замахнулась рукой, но после драки я и так размялся лучше, чем можно себе представить, да и ее удар был прост, как пробка, а потому я просто ушел в сторону. Сакура-чан, я ведь за тебя вступился. Неужели ты так просто проглотишь оскорбление от Саски только потому, что он красавчик и ты сохнешь по нему? Эмдя, тяжелый случай. Однако, мои слова, похоже, хоть чуть-чуть, но повлияли на девочку, заставив задуматься. Учиха же просто игнорировал нас, молча вышагивая чуть впереди. К тому же, не только я пропустил пару ударов, ну, не мог я не поддеть этого сноба. И пусть с выдержкой у него все в порядке, делаем скидку на возраст, однако полностью скрыть свое недовольство у шаренганистого не вышло, едва заметно передернул плечами, будто поежился на сквозняке. Ну-ну, найдем мы на тебя управу. Оказавшись на месте, мы уселись перед стоящим у края джанином, что решил, видимо, в ожидании нашего появления, прочитать страничку другую пошлого романа Джирая. Для того, чтобы можно было троллить нашего сенсея, стоит найти сию книжонку на полке местного книжного магазинчика в спецотделе. Но это после, а пока послушаем его речь. Итак, думаю, что вам надо представиться. Начал Какаши, но был прерван Розой Влаской. А что именно вы хотите знать? Даже руку подняла в классическом жесте всезнайки, хих. Ну, там, что вам нравится, что не нравится, ваши мечты, увлечения и все такое. Может, для начала, сами представитесь? Спросила Сакура. Ну, зовут меня Хатаки Какаши. Что мне нравится, а что нет, рассказывать не буду.
мечты. Ха-ммм. У меня их много. Прямо как перед монитором компьютера, только вживую все. Теперь вы, начнем с вас, Шиноби указал на Сакуру. Я, Харуна Сакура. Я люблю взгляд на Саски, который выглядит так, словно и не при делах вовсе, ну, мне нравится, снова на парнишку смотрит. Боже, мне сейчас дурно станет от такого количества розовых соплей. Мне не нравится Наруто. Вот, четко, кратко и ясно. Вот за это спасибо громадное. Мое увлечение. Достаточно, я понял. Прервал этот кошмар Какаши. Видимо, и ему стало дурно. Теперь ты, парень, взгляд уперся в нашего мстителя. Меня зовут Учиха Саски. Есть много вещей, которые мне не нравятся, однако, нет ни одной, которая бы нравилась. Не думаю, что это можно назвать мечтой, но, я должен возродить клан и убить одного человека, всю свою речь Учиха не поднимал глаз от земли, а голос – квинтэссенция холодной ярости. Ну, что же, теперь моя очередь. Мне нравится Хината Хьюга, деревня, сокрытая в листве и мир во всем мире. А я не люблю, когда живут прошлым, на этих словах я косо посмотрел на предмет воздыхания Сакуры, забывают настоящее и тех, для кого ты что-то значишь. А еще, когда обижают слабых и женщин. Ну, и не думают своей головой. Странно, что ты ни слова не сказал, про свое желание стать Хокаге, подозрительно вставила соскинутая особа. Неужели еще считает меня вражеским агентом? Вот же блондинка. Разумеется, вслух я сказал другое. А зачем говорить про то, что должно случиться? Улыбаюсь во все 32, а Харуна и Учиха синхронно фиркают. Какаши же просто покачал головой в стиле, из какого звездочка вы мне достались. После он вздохнул и сказал. На этом все, для начала. С завтрашнего дня мы приступим к выполнению заданий, на этих словах мои будущие напарники подобрались, Сакура так и светилась сосредоточенностью, а Саски продолжал сохранять похер-фейс, и лишь я догадывался, что спектакль только начинается. Но сначала мы займемся кое-чем вчетвером, и выдержал драматическую паузу, выжимая из нас ответ. Ну, прямо придраться ни к чему, как играет то. И чем это? Опасливо спросила Сакура, не выдержав момента, пока я пытался сохранить серьезное лицо и не расхохотаться. Тренировкой на выживание. Ну просто великолепно. Девочка испуганно вскрикнула, прижав ладони ко рту, а Саски впервые серьезно посмотрел на нашего сенсея. Что же до меня, то я старался унять свой смех и не выпустить его наружу, дабы не ломать столь напряженный момент. Но, разве тренировок в академии было недостаточно? Харуна была просто в шоке от свалившейся на голову информации. На этот раз противником для вас буду я, теперь Учиха полностью обратил свое внимание на Какаши, а Сакура была просто в шоке, не в силах и слова против сказать. Черт, но как играет то. В Джоне не умирает актер театра драмы. Это будет не просто тренировка, однако, если расскажу, то вам станет плохо. Продолжал ломать комедию копирующий ниндзя. Стоит поддержать его игру, поскольку мне уже просто в удовольствии смотреть на выражение охреневания у остальных. Ничего, сенсей, мы выдержим, да ты баю. Улыбаемся и машем, тьфу, улыбаемся и строим из себя придурка. Ну, из 27 выпускников только 9 могут стать генинами. То есть 66% просто не смогут пройти данное испытание. И его пристальный взгляд на нас. Разыграно как по нотам, без перегибов и недоборов, именно так, как завещал дедушка Станиславский, если бы его тут знали, конечно. А во сколько нам приходить? Нерешительно спросила Сакура. В 6 утра. Лучше не ешьте и возьмите полное снаряжение, ответил ей Какаши. Не волнуйтесь, мастер, я ухмыльнулся, вспомнив эту серию. Может быть, Саски и не сможет доползти, но Наруто Узумаки всегда готов к бою. Если кто и не придет, так это неудачник Узумаки, потому что у моей обуви и то больше шансов стать генином, парировал Учиха. Таким вот образом, мило и по-домашнему переругиваясь, мы разошлись по домам, готовиться. Я же решил основательно перекусить перед вечерней тренировкой и сварганить себе на завтрак что-нибудь питательное и вкусное. Осталось только придумать, что. Благо, пока я на автомате дойду до дома, не отдавая отчета в своих действиях. Все-таки хорошая штука это послезнание. Вот не знаю я канона, сейчас бы торчал с Саски и Сакурой голодным, злым и невыспавшимся. Вместо этого я отлично отоспался, сделал разминку и позавтракал замечательным салатиком. Да еще успел приготовить бутеров и большой термос чая с мятой, мелиой и медом. Зачем чай? Все просто, это отличное тонизирующее и согревающее средство. А своевременно оказанная желудку помощь настраивает если не на сотрудничество, то хотя бы на дружелюбие. Да и как средство шантажа иногда срабатывает, хе-хе-хе. Кстати, раз уж речь зашла про шантаж, загляну-ка я в книжный за романчиком другим, моего, дражайшего крестного, Джирая, то есть. Как раз успею десяток другой страниц перед испытанием прочитать да запомнить пару крылатых фраз оттуда для того, чтобы немного смутить масочника.
Сильно это в предстоящей драке не поможет, но чуть-чуть поколеблет невозмутимость Джонина, нам все плюс будет. Да и интересно почитать местное творчество такого рода, вдруг там что полезное окажется. Итак, где там мои железки для метания? Ага, в сумке запасные, а в набедренной кобуре у нас, так, 20 кунаев. В сумке на поясе сюрикены. Так, пара бинтов в карманы, вместе с травами, повышающими сворачиваемость крови, без ран точно никак, пускай мои дети, я-то в теле подростка, так что тоже отношусь к ним, так что пригодится. Взгляд на часы, еще 3 часа до встречи, так что прямиком в книжный. Только хенги нужно натянуть. Печать, и вместо блондина с полосками на щеках стоит парень лет так 25-28, среднего телосложения, одетый в широкие коричневые штаны и серую футболку с короткими рукавами. На ногах, типичные для местных сандалии, а протектор предусмотрительно спрятан в сумку, мало ли кто такой глазастый появится. Айнбу не в счет, не думаю, что такая моя шалость вызовет много беспокойства у них, да и образ хулигана поддерживаю. Так, а теперь пойдем внутрь. Средних размеров помещение было заставлено стеллажами с книгами в различнейших обложках. Тут тебе и сказочки для детей, и приключения героев Чунинов и Джанинов в разных странах, прямо японский магазинчик с комиксами. Только мне в дальний от входа отдел с пометкой «18+», хе-хе. Так, эс, и где тут знаменитые «Приди-приди, рай»? Ладно-ладно, нет тут такого отдела. Просто подобные книжки лежат подальше от основных стеллажей и не блещут яркостью обложек. В основном тут творчество Эросанина, книг эдак с десяток, и еще около десятка авторов. Да, не густо, с другой стороны, я с самого начала предполагал, что подобные жанры не имеют особой популярности и рассчитаны на определенную, узкую аудиторию вроде Какаши и подобных извращенцев, скрытых и не очень. Ага, а вот и искомая книга, та же обложка, да и объем страниц тот же. Берем и на кассу. Расплатившись и покинув магазин без всяких препятствий, хенги, штука отличная, если ее правильно ставить и контролировать, я решил отправиться на полигон и там уже подождать свою команду, посижу в тени, почитаю пару-тройку страниц книги, заодно продумаем окончательно тактические заготовки. Ну, а сначала маленько поиздеваемся над Саски и Сакурой, ибо не стоило мне вчера хамить. Берем бутерброд в одну руку, термос в другую. На лицо нацепляем самое довольное и выспавшееся выражение, какое только могу, и весело идем к месту встречи. «Узумаки, я не удивлюсь, если ты даже на собственную смерть опоздаешь», — холодно произнес последний из магикан, при этом весьма голодными глазами смотря на мою хавку. «Я просто проспал будильник». «Да и сенсея-то нет, а значит, я пришел вовремя», — весело произнес я и откусил от бутерброда. Ответом же стал фейспалм, в исполнении Учихи и тяжелый вздох Харуна-младший, а также голодное урчание 2 желудков. «А вы что, не ели?» Я сделал вид, будто забыл о словах Какаши. «Ты забыл, что учитель нам не советовал есть?» Возмутилась Сакура. «Просто у Наруто память еще короче, чем волосы», — вставил Саски. «Ага», — кивнул я, — «поэтому эти вкусные бутерброды, а также замечательно согревающий и бодрящий чай я употреблю один». «Все равно уже нарушил рекомендации», — улыбнулся я, но, заметив печальный взгляд Харуна, вздохнул и сдался. «Дашь Саске хоть кусочек, больше не получишь», — честно предупредил, — «давай один из бутербродов». «Это почему?» — спросила девушка. «А пусть извинится перед тобой и сам попросит, как нормальные люди», — ответил ей. «Тебе-то какое дело? Ты же к другой девушке демонстрировал чувства», — поинтересовался Учиха. «Во-первых, я уважаю женщин, если они не последние твари. А во-вторых, моя мама отдала жизнь за меня и эту деревню. Потому, защищая других, я проявляю уважение к ее поступку, гордо и чего таить, несколько пафосно», — ответил я. «Ты смотри, какой выискался храбрец. В честь своей мамы решил проявить уважение, да кем она вообще была? Когда это защитило всю деревню?» Словно цедя слова, произнес Саски, холодно смотря на меня. Черт, ну с какого он вообще так зачерствел? Похоже, его-то как раз и бросили фактически одного, совсем не заботясь и не приглядывая за ним. Чертовы старейшины вместе с одноглазой сволочью. Что вы с ребенком-то сделали? Я согласен, что Учихи те еще заносчивые снобы, но Саски вообще меры не знает. Ладно, будем тебя исправлять, трудный ты наш ребенок, по заветам великих отечественных психологов вроде Леонтьева и старика Выгодского. Никакого придурка Фрейда и заумных учений из фрейдизма, а то пойдем еще по пути толерантности, чего совсем не надо. Моя мама была джинджурики 9-хвостого демона Лиса, что чуть было не уничтожил деревню из-за происков врагов. Мои папа и мама отдали свои жизни ради того, чтобы жил я, ты, придурок, и ты, Сакура, сказал я, тыкая Учихи указательным пальцем в грудь, так что не смей оскорблять ее и память о ней, иначе я сделаю все, чтобы заставить тебя есть землю и реветь от боли и страха. Кажется, переборщил, сам не знаю о чего, но ярость вдруг накрыла меня чуть ли не с головой. Казалось, что что-то чуждое, злое и невообразимо сильное пытается взять контроль над моим телом.
Хотелось схватить парня и разорвать на части, а затем и девочку, и всех, всех. Крови, страха окружающих, безграничной свободы, вот чего хотело существо. Взгляд со стороны. Учиха сделал два шага назад, чувствуя присутствие чего-то сильного, что хотело убить его. Это чувство исходило от Наруто, который упал на колени и рычал, раскачиваясь из стороны в сторону. В его глазах полыхал огонь, страшный, всепожирающий, пропитанный ненавистью и злостью. Впервые после той ночи мальчик испытал страх, ведь он не мог ничего сделать для того, чтобы победить то, что овладело блондином. Сакура непонимающе смотрела на то, как Узумаки вдруг осел на землю, пока не почувствовала жажду убийства, исходящую от него. Языки пламени стали медленно покрывать мальчика, становясь чем-то вроде второй кожи, не обжигая его и уничтожая все, чего он касался. Ноги розоволосой словно приросли к земле, так силен был ужас, объявший ее. Она со страхом ожидала, что же с ней сделает демон, овладевший хулиганистым мальчуганом, в последнее время проявлявшим чудеса мудрости и логики. А Саски медленно пятился назад, не отводя взгляда от глаз Наруто, наблюдая, как нормальный зрачок сменяется на звериный. Неожиданно монстр рыкнул почти неразборчиво: «Нет, не хочу. Убирайся. Я не». Понемногу покров стал меркнуть и сползать с парня, пока совсем не исчез, после чего Наруто рухнул на землю без сознания. Звездочка. Когда я пришел в себя, то первым, что увидел, были лица Какаши и Сакуры. А Саски где? Не мог же озабоченной силой свалить с экзамена. Ага, так и есть, сидит на огромной ветке и делает вид, что ничего не было. Вот видишь, девочка, что бывает, когда не слушаешься старших и более мудрых людей. Произнес этот адепт пофигизма, когда убедился, что я пришел в себя и способен воспринимать реальность. Сенсей, а что хоть произошло? Поинтересовалась девушка, не желая упускать возможность пополнить свою копилку знаний. Наш бравый паренек в своей еде смешал несколько любопытных травок. Сами по себе они довольно безобидны. Но в подобных сочетаниях могут давать весьма интересные эффекты, бесстыдно соврал учитель. Эффекты. Вы про что? Стараясь сильно не раскачиваться, ибо Кьюби, а это мог быть только он, зараза. Чтоб его адские блохи грызли не переставая, сильно меня потрепал, а тело оказалось не готовым к покрову лиса, который, как мне сдается, уж точно однохвостым был, если даже не двух. А потому меня сильно качало от усталости и слабости, однако нужно понять, какого бы он вообще несет эту чепуху. Да, все дело в паре трав, которые легко спутать с приправами, прекрасно подходящими к пище. В небольших дозах и по отдельности они безвредны, однако в смеси дают странный и страшный эффект, который вы и увидели, ровным и скучающим тоном ответил Хатаки, скашивая свой глаз в сторону рюкзака с необходимыми вещами и хавкой. Да он совсем идиот. Рассчитывает, что на такую детскую отмазку ребята поведутся. Ладно, Сакура, она может. Но Саски. Учиха не тупой и не должен поверить в подобную байку. Что тут вообще творится-то? Это совсем не удивительно. Подобные идиоты и из нормальной еды способны отраву сделать, вставил Саски, все еще сидя на ветке. Лучше бы продолжал жрать свой рамен, а Учиха оказался только рад найти возможность и дальше считать меня никчемным слабаком. А вот дедуля Хокаги еще вызовет меня на серьезный, именно так, разговорчик. Если детишки еще и могли купиться, потому что это укладывалось в привычную картину, то серьезные дяди из Айнбу точно не клюнули на подобное заявление. Но тут можно соврать на газетные подшивки, книги по истории, удачно подслушанные разговоры и детское любопытство. Короче, выкручусь без особых проблем, если в этот мир каких-нибудь легилиментов вроде снега из-под Терианы не завезли. А местным мозгокопалкиным я живым не дамся, ни за что. Там столько компромата на всех и вся в деревне, да и не только в ней, что просто кошмар. Такой хаос начнется, если просочится что неподготовленной аудитории под нос, что мама не горюй. Да и вообще я против сования носов в мои дела. Итак, взбрыкивание Кьюби списали на воздействие травок, чувствую себя уже наркоманом, то газу нанюхался, что аж девушки-красавицы-сестрички приглючились, теперь еще и травок наелся, что весьма оригинально. Браво, сенсей. Аплодисменты вам и вашей находчивости. Только вот тренировать меня вы все равно будете, и книжкой я вас обязательно потроллю, вахаха. Кстати, все же придется сходить к лесу и поговорить с ним, нужно начинать налаживать контакт. Но это потом, а сейчас вернемся к насущным проблемам. А, это, сенсей, а все это, мутило меня по-прежнему, но понемногу я приходил в себя, что с испытанием-то. Ниндзя должен быть готов сражаться в любых условиях и при любых обстоятельствах, беззаботно ответил Какаши. Он хочет сказать, что я должен сражаться в таком состоянии. Вот же звездочка. Но вслух я сказал совсем другое. Без сомнения, вы правы, мастер. Но с вашего позволения, я бы уступил честь начать лучшему ученику, ответил я вежливо и с максимально возможным уважением. Сенсей, простите, что перебиваю этого балбеса, но как будет проходит испытание? Сакура влезла в разговор. А очень просто.
Все, что вам нужно, забрать у меня один из двух колокольчиков. Слышал, Узумаки? Кажется, кому-то придется расстаться с мечтой. Прости, что разочаровываю тебя, Саски, но я предпочитаю девушек. Звездочка, звездочка, звездочка. Ну что же, вот и оно, испытание, которое, по сути, цирк чистой воды и издевательство над идиотами, которыми являлась команда номер 7 по канону. Однако, мне участь быть привязанным вообще никак не улыбается, но что-либо изменить будет трудно, мягко говоря. Учиха по-прежнему упрямится, ну, дуб дубом, а на Сакуру надежды вовсе нет. Ну что же, будем работать с тем, что есть. Тем временем сенсей достал будильник, почему-то очень похожий на тот, что был у меня, когда я еще в школу ходил. Странно, не думал, что тут будет что-то настолько похожее на советское наследие моей родины. Хих, мне бы АКМ и десяток магазинов к нему, и жизнь удалась, мечты. Заведя трещалку и поставив ее на пень, Какаши зачем-то поставил рядом мой рюкзак с провизией. Не понял юмора. С невозмутимым видом он достал оттуда мой бутерброд и, приподняв маску, стал его уплетать. Какаши-сенсей. Итак, у меня в руке, другой руке, Какаши достал из кармана штанов злополучные бубенцы, два колокольчика. Будильник заведен на 12 часов. Ваша задача – до полудня отобрать у меня их. Кто не сможет этого сделать, будет привязан вон к тому столбу и останется без обеда, вкусного обеда, а также вернется в академию. Какаши-сенсей, но их только два. Протянула Сакура, смотря вовсе не на колокольчики, а на бутерброд, от которого почти ничего не осталось. Да, не удалось ей перекусить из-за выходки Кьюби, чертов клубок шерсти, чакры и ненависти. Саски держался молодцом, внимательно слушая копирующего ниндзя, однако и его взгляд соскальзывал на рюкзак. Именно. Кому-то из вас точно придется уйти и побывать на этом столбе. Вопрос, кому именно? Протянул Хатаки, даёв бутерброд. Харуна, у тебя память точь-в-точь как у Узумаки, буркнул Саски, старательно отводя взгляд от термоса с чаем, что взял Какаши и с блаженным взглядом запивал бутерброд, у вас с Узумаки будут идеальные дети, тупые неудачники с отвратной памятью. Да, девицы из моих краев ему уже давно врезали бы. Если не в нос, то по бубенцам уж точно. А сенсей сделал вид, что не замечает детских разборок, и вообще он кроме бутеров с чаем ничего не замечает. Видать ученый, что к женщинам лучше не лезть. В отличие от брюнетистой сволочи, двинутой на месте. Увы, от Сакуры Харуна ничего подобного ждать не приходилось. Девочка по уши влюблена в этого рокового красавчика и не собирается так просто опускать руки. Однако может случиться так, что учиха так ее пошлет, что у любой сдадут нервы и, разревевшись, убежит топиться слэш вешаться слэш резать вены и прочее, уж этот-то придурок может. А он тем временем слез так небрежно с ветки и, нехорошо посматривая на Какаши, сказал. По вашей команде, сенсей, да еще и чуть ли не цедя так презрительно, сенсей, все же хватило ума не недооценивать ниндзя. Хих, и что мне теперь делать? Как организовать неорганизуемое, чтобы никто, я уж точно, не оказался привязанным и без еды? А Какаши достал новый бутерброд и ответил. Можете использовать все, что вы умеете, техники, сюрикены, кунаи. Без желания убить меня ничего не получится. И смачно откусил. Смотря на него, мне тоже захотелось есть. Вот же садист. Что? Сакура, ну, ты и наивная, хотя что можно от нее ожидать сейчас? Вот лет так через 7 она вполне адекватной станет, по сравнению с собой, ясное дело. А Саски нехорошо так ухмыльнулся и уже навострил лыжи в сторону леса. Не, так дело не пойдет. Стой ты. Поодиночке у нас нет шансов победить сенсея. Я придержал его за рукав футболки. А с тобой, что ли, есть? Ухмыльнулся Саски и попытался отправить меня в полет, дабы я не трогал его. К счастью, я ожидал чего-то подобного, а потому успел заблокировать удар рукой. Что же, раз вам так не терпится подраться, давайте начинать, сказал копирующий ниндзя, доедая ранее взятый бутер. Просто нет слов на шарингануто. Аж врезать хочется в эту рожу. Но силы надо сосредоточить на тесте, а не растрачиваться попусту. Мы команда, забыл. Ты же прекрасно понимаешь, что со всем своим запасом чакры и техник не сможешь его даже поцарапать, про отобрать бубенцы я вообще молчу. Какаши, легендарный ниндзя и мало кто в мире сможет его одолеть. Но тут испытание в первую очередь на командную работу, работу сообща. Будем драться по отдельности, и грош нам цена. Будем пытаться убедить задаваку, попробовать драться сообща и отобрать хотя бы один колокольчик у масочника. Сакура с удивлением смотрела то на ухмыляющегося, в его глазу так точно бесенята плясали, Какаши, продолжающего жевать и доставшего свою книгу, то на нас с Саски, пытаясь понять, а с чего Наруто так поменялся. Палимся, конечно, с другой стороны, пора нарабатывать навыки сотрудничества и наводить мосты между нами, ибо не хочется мне отдавать учиху в лапы к змее подколодной, а то характер парнишки, и без того неважный, может испортиться совсем, вследствие чего потери возрастут капитально.
Кстати, про характер, извиняй, Хатаки, но ты покусился на мои бутеры, а это непростительно. Какаши-сенсей, а что вы читаете? Случайно не, приди, придирай. Невинно интересуюсь у Джонина, который вновь сунул руку в рюкзак, да так и застыл, застегнутый врасплох. К его чести, он быстро справился с шоком и ровным голосом ответил. Наруто, тебе бы стоило сосредоточиться на задании. А если будешь переводить внимание на различные мелочи, то точно не достигнешь цели. Или вовсе погибнешь, невозмутимо ответил мастер копирования. Угу, очень смешно. Кто же допустит гибели детей на подобных проверках? Зато Сакура поверила. Видно, как ее тело напряглось, а в глазах появились сильное волнение и обеспокоенность. Так, вот чего мне только не хватало, так это ее слез и истерики. Нужно попробовать выбить у него почву из-под ног, хотя бы немного поколебать. Заодно будет проще попробовать отобрать у него эти самые бубенцы. Слушай внимательно, я попробую его отвлечь, а ты нападешь на него. Нет времени спорить, так что поторопись, сказал я скороговоркой Саске, пока Какаши углубился в книгу, периодически отвлекаясь, чтобы откусить от бутера. Да он скоро все мои запасы переработает. А то еще и примется за рамен. Какаши-сенсей, а как вам сцена, где главную героиню догнал молодой самурай? Ну там, в саду, когда еще она пыталась понять чувство, что испытывала Майюри Хирако. Да-да, немного почитать книжку у меня получилось. А ничего так пишет Джирая, очень даже ничего. Подобным чтивом в свое время я не сильно увлекался, прочитал пару-тройку произведений, но Эросанин меня приятно удивил, живой язык, яркие описания, правдоподобное изложение происходящих событий и крайне богатые для воображения постельные сцены, с долгими и чувственными прелюдиями, будоражащими кровь основными действиями и яркими финалами. И вполне грамотно изложена теория так называемого пикапа. Видимо, все успехи Санина сводит на нет его чрезмерная извращенность и неправильная кандидатура в спутницы, Цунаде, великолепная женщина, но излишне правильная, да и рука у нее тяжелая. Эффект, конечно, оказался бы не тем, что был мне нужен, если бы не подключилась Сакура. Уловив нечто знакомое, любовные романы девочки любят, а тут описание сцены как раз подходит под стандарт, розоволосая уже с любопытством смотрела на Хатаки, который, я уверен, чертыхался по поводу моей выходки, оставаясь внешне невозмутимым. Звездочка, звездочка, звездочка. Кто бы знал, какое у меня сейчас дикое желание со всей дури удариться головой по ближайшему дереву. А дело вот в чем. Начиналось все более или менее по плану. Мне и Сакуре удалось отвлечь сенсея разговорами, и он активно делал вид, что его книжки – обычная романтическая билиберда. И в какой-то момент я даже поверил, что не буду привязанным сегодня. Но этот безмозглый кретин, Учиха, сорвал весь план. Орочимару за ногу. Нет, я серьезно. Какого ты потянулся к колокольчикам? И пофиг на то, что это цель всего испытания, главное ведь командная работа. Чтоб тебя потом самого испробовали на устойчивость к удару, тысяча лет боли. А если серьезно, то все же недооценил Саски учителя, да причем сильно. Да, он скрытно подбирался к Какаши, практически не издавая звуков и без резких движений, почти не затрагивая общее ощущение мира вокруг, почти. Под конец, видимо, он все же поторопился с движением, или просто Какаши спохватился и перестал отвлекаться на нашу с Сакурой болтовню. Это делает ему честь, ибо попади я в такую ситуацию, то сгорел бы от стыда, сейчас то, с высоты прожитых лет я понимаю Джонина, видать, просто жанр литературы понравился, или просто в личной жизни беда. Как бы то ни было, следовало продолжать нашу игру, тем более, что Хатаки даже одной рукой парировал все выпады Саски, при этом удерживая в другой бутерброд. Я понимаю, что Генин и Джонин как небо и земля, но, так нельзя же. А еще мне кажется, что сейчас они начисто забыли про колокольчики. Которые формально и являются целью. Нет, я понимаю, что с попаданцами канон не дружит. Но, тля, Саски так наносит удары, что мне кажется, будто ему уже нет дела до проверки. Меня что, снова накачали какой-нибудь гадостью? Ведь не может же все это происходить на самом деле. Впрочем, шок в глазах Сакуры намекает, что нечто необычное видит не только один блондинчик. И вот смотрю я на то, как парень и мужчина в самом расцвете чакры, по-другому и не скажешь, махаются друг с другом с упоением, забыв про время, и цель этой драки стара как мир и важна как воздух. Нет, не женщины, хотя, раз уж тут и так отличие налицо, то и такое возможно, а еда. Правду говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, яркий пример этому перед глазами, хоть фотографируй и на стену. Жаль, фотика нет. Тут у меня возникла дурацкая, на первый взгляд, мысль, с которой я подошел к Сакуре, что была поглощена боем. Делай выводы, Сакура. Правильно сложи кусочки мозаики, и станешь ближе на шаг к Саске. Чего? Видимо, я напугал ее, так как девочка чуть ли не взвилась в облако, почти завизжав на ультразвуки от испуга. Пришлось ей зажать рот, хорошо еще, что, драчуны, не стали отвлекаться на нас. Да не ори ты.
Хорошо, что сия особо забыла про те приемы, которым нас обучали, и пыталась высвободиться исключительно по старинке. Нет, я не жена-ненавистник и искренне люблю женщин, особенно милых и красивых, хе. Но чтобы не кричали всякие феминистки и как бы не требовали равных прав, начисто забыв про обязанности, среднестатистический мужчина всегда будет физически сильнее среднестатистической женщины. Чем я и воспользовался, пока влюбленная девица не успокоилась. И не надо мне тут вешать лапшу, что, мол, молодое да симпатичное тело в руках подержать приятно. Когда дергают ногами, пытаясь заехать по той детали, что отличает мужчину, да царапать или укусить, как-то не до того. К тому же, сакура совсем не в моем вкусе. Года через 3-4, может быть, и потом, у меня, да-да, уже так считаю, есть хината, умница, красавица, спортсменка, комс, так, это не относится уже сюда, короче, сердце мое уже занято и это не изменить. Пора лобастой вправить мозги. Дура, ты чего орешь? Я тебе помочь хочу, а ты тут разоралась. Ты. Мне. Да как? Она что, совсем не дружит с головой? Скоро какаши надоест это рукомаханье, и отправит он Саски на травку отдыхать и примется за нас. Следовательно, столба кому-то не миновать, а из-за моей выходки. Печально дела будут обстоять. Нужно уже подключаться и помогать учихе, но сначала небольшой ликбез на тему, как приручить парня, даже если он учиха. А что, нельзя по старой дружбе? Сделал вид, что удивился. Сакура же лишь фыркнула и перестала дергаться, явно придумывая, как вырваться. И ведь придумает же. Так что лучше отпустить. Чем Сакура и воспользовалась, а затем отошла на расстоянии, превышающее длину моих рук. К тому же, мы немного похожи, так что мне несколько жалко его, добавил я. И чем же это похоже лучший ученик Конохи и первый хулиган этой же деревни? Спросила розоволосая через смех. Наши родители покинули этот мир. Ни у меня, ни у Саски нет друзей. Мы известны в Конохе и оба те еще придурки. Но я исправляюсь, сходу ответил ей. А про родителей вставил отнюдь не случайно, иные девушки же жалостливые. Чем я и попытался воспользоваться. Пойми, что и мне, и Саске не хватает простого человеческого тепла, ощущения чего-то родного рядом с собой, чувства того, что ты не один в этом мире, что ты нужен кому-то, пойми это и сделай все, что можешь для того, чтобы учиха почувствовал себя нужным. И тогда он откроет тебе сердце. Не сразу, постепенно, капля за каплей, шаг за шагом. Главное, не сдаваться. Ты будешь ошибаться, это будет больно для вас обоих, но сделай это, ради себя и Саски. Ничего себе. Никогда не думал, что могу подобное сказать, да и вообще так сказать. Даже сам прочувствовался, ведь мне тоже не хватает. Смогу ли я вновь стать тем прежним Сергеем? Нет, не смогу, теперь ведь я Наруто Узумаки, Джинчурики Девятихвостого, надежда этого мира. Тогда, смогу ли я назвать это место своим домом? Смогу ли сам почувствовать себя нужным кому-то, что меня любят и ждут? Смогу, я верю в это и сделаю все, что возможно, ради этого. А теперь пора уже помочь Саске, а то видок у парнишки тот еще. И ведь Джонин даже впал силы не дереться с ним, внушает. А теперь давай поможем Саске и пройдем, наконец, это испытание. И улыбку на лицо. Хе, действует безотказно, Сакура улыбнулась и кивнула мне. Звездочка, звездочка, звездочка. Оставив праздные разговоры, мы перешли к разговорам полезным, то есть, наконец, приступили к генерированию великого плана. И с этими людьми спасать мир. Примекс Наруто. Прямую атаку клонами пришлось отбросить сразу, поскольку вряд ли они смогут даже отвлечь мастера копирования. И тут я вспомнил путешествие в страну волны демона скрытого тумана, вернее то, как мой оригинал на пару с учихой его надурили, чтобы спасти сенсея из водяной клетки. А ведь если все правильно рассчитать, то может сработать. Однако для того, чтобы приступить к реализации этого рискованного плана, вероятность успеха которого все равно низкая, так как все это время Какаши наблюдал за моей речью для одной лобастой ду, девочки, при этом умудряясь не терять бутер и отбиваться от бешеного парнишки, который того и гляди от усердия или пробудит шаринган, или родит. Так, что-то меня не в ту степь понесло, видимо, от легкого голода, который пробудился от вида бутера, так подло исчезающего кусок за куском в недрах организма Какаши. Пора уже дать передохнуть Саске и объяснить ему план действий. Но вот как его отвлечь и главное, что сделать для того, чтобы Хатаки не разгадал наш план. Клоны. Ну, может на пару секунд их и хватит, но мне то нужна минимум минута, и это самое оптимистичное. Сакуру подключить. Ну, еще полминуты, только вот получит она не слабо от сенсея, и не нужно тут говорить, что она девушка, решила стать шиноби, так отдувайся наравне со всеми. Итак, что делать? Попробовать вновь потроллить книжкой. Ну, теперь то результат будет совсем не таким, каким он был изначально. А, пускай Сакура его допрашивает, а я приведу в чувство учиху. Сакура, у меня есть план, и не надо так на меня удивленно смотреть, я не полный идиот. Хулиган, да, но не тупица. К
Короче, поговори с сенсеем о той книге, он ее уже давно почитывает, судя по истрепанности страниц, так что знает ее на зубок и вполне сможет помочь тебе в деле охмурения Саски. И вы думаете, эта розоволосая меня послушала? Пожалуй, в каком-то смысле так и было. Вот только девица не решилась говорить про книжки или сочла сие творение менее интересным. Учитель, молвила Сакура, Узумаки сказал, что его родители отдали жизнь за эту деревню. Что он имел в виду? Это не та история, которую стоит знать детям, ответил ей владелец неполного комплекта Шерингана. Скорее дело в том, что родители моего вместилища не самые чужие тебе люди, мысленно отметил я, все же не тратя время попросту. А вот Сакура повела себя ожидаемо. «Я не ребенок», – буркнула Харуна-младшая под дружный вздох Какаши и Саски, который, кажется, наивно считал, что дерется с мастером на равных. «Когда вы трое были младенцами», – ответил копирующий ниндзя, все так же отмахивающегося от брюнетика, вспомнивший про силу женского любопытства, на деревню, скрытую в листве, напала могучая и страшная тварь. Она принесла множество разрушений и отняла жизни многих дорогих кому-то людей. И лишь ценой великих жертв удалось остановить то существо. А потому об этом событии стараются не вспоминать. Но это неправильно. Нельзя забывать тех, кто отдает за нас жизни. Возмутилась наивная девочка. Ну, хорошо, видимо, крепко досталось сенсею от женщин в свое время, раз он все же сдался и решил рассказать, пускай и завуалированно, куда же без этого. Многое является гостайной, которую уж точно генинам не стоит знать, для их же блага, историю о том, как Кьюби вышел из-под контроля и деревню рушил. Иначе как еще можно объяснить толику обреченности в его взгляде? Да, женщины, они такие, с ними тяжело, но без них вообще труба. Пока Какаши тщательно подбирал выражение, стараясь не слишком уж распалить и без того богатое любопытство розоволосой, я бесцеремонно отащил упирающегося Саски от Джонина в сторону, дабы в план его свой посвятить. Кажется, меня вновь уносит в непонятные дали. Хих, вот же досталась мне мания блондинчика покушать плотно и помутнение разума от голодухи. Пусти, просто, но с угрозой в голосе, сказал порядком запыхавшийся учиха. У меня есть план. ПФФ. У тебя. Представь себе. Слушай, ты сам убедился, что сенсей очень силен, и физически нам его не одолеть. И что из этого? Смотрите-ка, признал превосходство. Прогресс. Ладно, потом позу баскалим. Сюрикены хорошо бросаешь. Тихо ответил я, надеюсь достаточно тихо, чтобы сенсей, занятый Сакурой и историей о девяти хвостом песцы, не подслушал. Я и тебя могу хорошо бросить. Раздраженно ответил учиха. «Извини, дорогой, но я по девочкам, не удержавшись от шпильки», ответил я с неизвестным в этом мире акцентом. А затем все-таки поведал план. «Такой идиотский план мог прийти только в твою дурную голову. Это же надо додумать до использования техники превращения таким методом», произнес Саски, когда я закончил, и заткнулся после того, как я попросил предложить лучший план. «Не можешь. Тогда давай попробуем этот, раз другого нет». В случае неудачи потом сам можешь привязать меня к столбу, ну, будем надеяться, что гибкость и ловкость молодого организма, коим меня, наградил, или, наградила. Короче, которого мне предоставили высшие силы будет достаточно для этого трюка. Хорошо, давай. Теневое клонирование. Два десятка клонов показались на поляне и сразу отгородили нас от сенсея, который, я уверен, усмехнулся под маской и с ленцой так отвернулся от пребывающей в прострации от происходящего Сакуры. Теперь главное, чтобы Саски не промахнулся. И вы надеетесь, что такой подход вам поможет? Ну, нападайте. Сказал Какаши, не меняя позы. Сенсей, мы вас сделаем. Крикнули клоны и с кунаями в руках рванули к Джонину, окружая его, пока Саски готовился к судьбоносному броску. Складывалось впечатление, что ниндзя не сможет парировать все удары, но я-то знал, что он даже не запыхается. Что и подтвердилось, когда клоны превратились в облачко дыма почти сразу после прыжка, а Какаши так и стоял, засунув руки в карманы, в расслабленной позе, только без бутерброда. И, выбрав наиболее удачный, как ему показалось, момент, последний учиха метнул огромный сюрикен в своего учителя. Прямо под испуганный вскрик Сакуры. ПФФ, да этот сюрикен даже не заденет Джонина. Но расчет именно на то, что Хатаке будет проще увернуться. Иначе всему плану слова из трех, четырех или пяти букв на выбор, думал я в тот момент, когда Саски отправил превращенного меня в полет. Теперь остается измениться обратно в нужный момент и сорвать колокольчики за мгновение, которые понадобятся Хатаке, дабы оценить ситуацию. Блин, сколько всяких, если. Аж у самого мандража в те мгновения, что я лечу в сенсея. Взгляд со стороны. Что задумал этот дурак Наруто? Сакура искренне не понимала, что происходит с блондином вообще и на испытании в частности. Куда делся тот наивный, самоуверенный и никогда не унывающий мальчик с вечно растрепанными волосами и улыбкой, а-ля 32. Вместо него появился загадочный, даже скрытный, спокойный, лукавый и даже опасный человек, от которого не знаешь, чего можно и ожидать.
В этом она смогла убедиться еще во время первой встречи после того, как Узумаки попал в больницу. Он перестал смотреть на нее с обожанием. Ему нравится Хината, действительно нравится. Хотя раньше он совсем не смотрел в сторону робкой девочки. А его манера говорить. Его шутки больше не были глупыми и дурацкими, чаще всего она даже не могла сразу понять смысл сказанного им. Но что больше всего поразило Харуна, так это то, что Наруто научился готовить. И как, его манчжу было чертовски вкусным, аж пальчики оближешь. Мальчик научился драться, смог на равных бороться с Саски и даже смог врезать ему. Стал спокойнее, собраннее, складывалось впечатление, что это совершенно другой человек, более взрослый, опытный и сильный. Сакура не могла объяснить, откуда это чувство, но эта мысль назойливо крутилась в голове. И вот теперь Узумаки придумал, как одолеть сенсея, которому Саски, неужели все советы Наруто смогут помочь мне? Прим Сакуры не смог нанести ни одного удачного удара. Более того, похоже, что тот поверил блондину и теперь следует плану. Звездочка, звездочка, звездочка. Пока лечу, если бы не крутился, было бы весьма приятно. Примечание Наруто, молюсь всем богам этого мира, чтобы Какаши все-таки решил уворачиваться, а не блокировать или ловить. На какое-то мгновение даже представил потеющий сюрикен и заставил себя сдержать рвущийся наружу смех. Не о том думаешь, попаданец, и вообще, момент пропустишь, мысленно шикнул я на себя. 5, 4, я стал отсчитывать секунды, чтобы успокоиться, 3, 2, рано, выжидаю еще мгновение. Да. Какаши уклоняется легким наклоном вправо. А я пролетаю буквально в миллиметрах от мужчины. Сейчас или никогда. Из огромного сюрикена появляется рука, что пытается схватить колокольчики на поясе сенсея. Хотел бы я видеть выражение лица Какаши в этот момент и запечатлеть его на фото, но положение не позволяет, да и фотика нет. А все почему? Да потому, что колокольчики то я стянул. Почти промазал с этим делом, ибо не летал в виде сюрикена все вечера напролет в течение пары лет и не срывал бубенцы с поясов джанинов. И вот рука почти соскользнула, но все же я смог зацепиться за них пальцами и стянул такие их. И полетел прямо. Твою же маааааапхпэфэрлхтх. А вот слона то я и не заметил. Прямо в пруд и запульнули меня. Нет, я не против искупаться и даже попить воды, но не так же. Эти мысли появились в голове, когда я спокойно так шел ко дну неглубокого, для взрослых, прудика, наглотавшись воды. Так, отставить панику, пора всплывать. Выбросившись, как бревно, на берег, я рухнул на живот, отплевываясь и выблевывая воду. Тяжело дыша, перевернулся на спину и победно вскинул руку вверх, сжимая злополучные бубенцы. Тут я вспомнил сцену из какого-то там Терминатора, когда он плавится в чане с раскаленным металлом и поднимает руку вверх. И эта странная ассоциация заставила меня заржать, наверняка сенсей списал все на стресс. Примечание Наруто. Так, а что бы сделал оригинал? Побольше веселого шума, наверное. Так что для поддержания образа начинаю радостно прыгать и орать. Мы сделали это. Мы справились. И даже Саски выдавливает жуткое и весьма кривое подобие улыбки. Похоже, сегодня очередь юной Харуна быть привязанной, замечает Хатаки. Тогда я прекратил прыгать и просто отдал свой колокольчик Сакуре. Если бы Сакура не ослабила бдительность сенсея, ничего бы у нас не вышло. К тому же, нельзя так с девушками, объяснил я свой поступок недоумевающему Саске. Ну что же, вы смогли это сделать, удивления в голосе сенсея почти не было, ключевое здесь слово, почти. Только от своего замысла он все равно не стал отклоняться, потому как сказал. Однако все равно кому-то придется вернуться в академию. И многозначительно посмотрел на нас Саске. Хе-хе-хе, ну и жук ты, Какаши. До конца идем, значит. Ну что же, раз тебя сделали, а уж если канонные ребятишки не бросили Наруто, то уж теперь, с другой стороны, никто фактор случайности не отменял. Что уж поделать, придется мне вернуться. Немного грусти в голос, как бы выдавливаем улыбку и, вуаля. Реакция вполне себе логичная у ребят, недоуменное выражение лиц и возглас в стиле «Шатеа». Только вот Какаши как-то странно смотрит на меня, с пониманием что ли. Неужто он понял, кто тут, виновник торжества? Ну е-мое. Тогда и я возвращаюсь. Я ведь ничего особенного не сделала и в победе нет моей заслуги, вклинилась Сакура и бросила колокольчик в учителя, который легко его поймал. Идеалистка, но некоторые чувства справедливости у девушки все же есть. Вот только от Учихи такого ждать не приходится. Что и подтвердилось дальше. Замечательный денек. И экзамены сдал, да еще неудачников не будет рядом, Саски поспешил оправдать мои ожидания. Ну что, опять ему мозги вправлять что ли? Хих, а я-то надеялся на то, что у него котелок то варит, ладно, будем исправлять, хотя и сил, как и особого желания, для этого и не было. Но тут парнишка меня приятно удивил, бросив свой колокольчик в руки Джонину со словами. Однако, я признаю,
что все это не моя заслуга, а работа команды, последнее слово он бросил пренебрежительно, и все же что-то если не поменялось, то уж точно поколебалось, давая толчок к грядущим изменениям, так что я тоже возвращаюсь. Сакура робко улыбнулась, не пытаясь повиснуть на парне и не визжа радостно в стиле «ради меня он возвращается». Меняется, услышав мои слова, или просто устала. Сейчас не до этого, мне интересна реакция Какаши, который угрожающе надвинулся на нас и, улыбнувшись под маской, как и глазом, выпалил. Вы прошли. Внутренне облегченно выдохнув, я вместе с остальными неверящей уставился на Джонина, который выглядел словно довольный кот, которому перепало кило мяса на халяву. Но, вы же говорили, что... Хих, Сакура, ты как всегда в своем репертуаре. Не можешь ты без этого. Ладно, слушай меня и поменьше бросайся на Учиху, и будет тебе счастье. Главная цель этого испытания – проверить ваши навыки работы в команде. Пускай и со скрипом, но вы смогли это сделать. А вот идея с сюрикеном я и вовсе не ожидал. Итак, команда номер 7, с завтрашнего дня приступаем к выполнению заданий, а пока можете быть свободны. Конец видео.